чтобы ты забей пока. И как мы начали? Здравствуйте, спасибо большое. Здравствуйте, меня зовут Раду Гонсаль. Спасибо за вопросы. И я постараюсь отвечать на все ваши вопросы честно и искренне. Почему именно футбол? Ну, не знаю. У меня занимался в детстве музыкой тоже. Пел в хор и на аккордеон еще. И в том же времени и футболом занимался. Достало время, что надо было выбирать из этих трех. И я выбрал футбол. Не знаю, правильно или нет, но я выбрал футбол. Папа не был на 100% согласен с моим решением, потому что он хотел, чтобы я стал музыкантом. Ну, я выбрал футбол. Я думаю, что он... И надеюсь, что он будет гордиться этим. Не знаю, есть будущее или нет. Это очень риторический вопрос для меня лично. Очень много вопросов я сам себе задаю по поводу молдавского футбола. Я думаю, что есть, но очень тяжелый. Тяжелое будущее будет, потому что сейчас возьмем юных, молодых, которых просто не выходят, как мы выходили раньше на улице, во дворах, играли в футбол, сейчас все дома сидят, играют PlayStation, там, Xbox, не то желание у них. Я бы еще добавил про финансовые наши стране, потому что в Молдавии, к сожалению, что касаемо финансовой, что касаемо инфраструктуры, бедна. Страна, бедная страна. И поэтому для молодых будет очень тяжело расти. Здесь нужна помощь родителям, здесь нужны хорошие тренера, которые не будут смотреть на финансовую часть, будут просто работать и растить молодых. Например, Шериф делает это. И если смотреть только в сторону Шериф, только взять только Шериф, футбольников Шериф, то у молдавского футбола есть будущее. А есть и Зимбру, который тоже можно сказать, что если взять по его футбольную школу, то есть будущее. А так остальное, я думаю, что мало две футбольные команды, которые растет молодые футболисты, потому что с поколений выходит, с одной поколения выходит двое-трое футболистов так, на хорошем уровне. Остальные играют где-то там по дивизии Б, С, А, ну, хорошие, качественные футболисты очень мало. И если взять каждый год, там 2010-2011, там будет выходить по двое-трое футболистов, это для нас, для молдавского футбола это мало, потому что нам нужны игроки в сборной, которые будут играть на хорошем уровне. Ну, я очень оптимистический и смотрю на это и думаю, что молдавского футбола есть будущее, только если добавится больше желаний. Я общаюсь очень легко, потому что я знаю, если так скажем, три языка: румынский, русский, английский, и можно добавить еще испанский, но не до конца испанский. То есть я понимаю прекрасно, когда я с кем-то разговариваю, ну, тяжело сочинять что-то. Но английский я знаю достаточно хорошо, я учился
в школе, где английский язык был изучали очень часто, каждый день у нас был, и поэтому посетил очень много стран, и как бы могу сказать, что английский для меня тоже родной язык. И с футболистами из других стран я очень, еще раз повторяюсь, очень легко разговариваю. Могу найти общий язык. Спасибо за вопрос. Я был в Англии, в Борнмут. Третья лига тогда была, были они, а сейчас они во второй лиге, также выходят в премьер-лигу на первом месте. Это было в 2010 году. Это была самая, так скажем, тяжелый для меня просмотр, потому что я там были все довольны, но в конце концов трансфер не получился. Не знаю по каким причинам, не знаю. Тяжело с Молдавии где-то выбраться. Где я еще был? Был в Рубине, в казахском Рубине. То же самое, был на 100% подписанный, но до конца не подписал. Был в Португалии, в Олянесе, команда. Но там это была ошибка, что я туда поехал. Не знаю, агенты там решили, что я должен поехать. Ну, в конце концов, там что-то не сошлось. А так, в принципе, был в Днепропетровск, там во второй команде. Мне предлагали оставаться, условия были не очень. И я решил, что в академии, когда был еще в академии, можно еще растить и попадать еще в лучшую команду. А так, в принципе, вот эти четыре команды. Я играл, подписался Нефтекимик в России, но там по каким-то причинам, по документам я полгода не смог выступать. А так, в принципе, зарубежный клуб вот эти были. Сложный переход, потому что здесь, в Шерифе, меня встретили очень хорошо. И Зимбру это... Я играл один год там, да, у меня было все хорошо там. С болельщиками, не могу скрывать, и было прекрасное отношение. Ну, как я и тогда сказал, что жизнь продолжается. У каждого в жизни хочется растить, и я не видел смысл продолжать в Зимбру, пока у меня есть варианты получше. И Шериф предлагал мне перейти сюда. Не касаемо финансовой ситуации, потому что я в жизни, если бы хотел добиваться, если в жизни только деньги, то есть я уже давно с молдавского чемпионата ушел бы. Потому что у меня были до Шерифа были предложения, не могу скрывать, ну, на 5-6 раз больше по зарплате, чем в Шерифе. И я выбрал Шериф, потому что я хотел рост в карьере, хотел играть в Еврокубке, хотел выиграть чемпионат. И поэтому мне не было тяжело перейти из Зимбру в Шериф. Что касаемо, да, выиграл кубок с Зимбру, это достижение для меня, для Зимбру. Когда был я в Зимбру, я играл в той моменте в Зимбру, для меня было очень приятно. То, что проиграл суперкубок, уже... Это уже был минус для меня, потому что я уже играл за Шериф и не мог прощать себе это, что мы могли потерять суперкубок. Но в жизни вот так бывает. Иногда через неделю играешь в футбол, через неделю, может быть, в госпиталь. И через неделю будешь одной великой командой, и потом можно попасть в среднюю команду. У нас в Молдавии непредсказуемый чемпионат и футбольная жизнь у нас... как ни у никого очень непредсказуемо. Это у нас в Молдавии, линию очень ровная линия. То есть с
вскакивает очень, очень часто, к сожалению. Не знаю, от чего-то, почему так. Ну, в моей жизни не был год, чтобы у меня было все ровно. То есть всегда вскакивала эта линия. И, ну, может быть, так и лучше. И можно какие-то там выводы делать, чтобы дальше те ошибки, которые делал, или те хорошие моменты, которые делал, чтобы или повторять, или не повторять. У меня путь к футболу, какой он был, не знаю, как вам сказать. У меня поддержка была со стороны моей семьи очень хорошая, теплая. Могу сказать, что в футболе меня дома никто так не понимает, как я бы хотел, или как у некоторых футболистов, которые папа или там дядя там где-то играли в футбол. У меня никто не играл. То есть, в принципе, я сам рос в футболе, финансовые помощи родителей, но что касаемо по футболу, я сам делал свои выводы. Да, тренер замечательный у меня был по юношеских лет, который я никогда не смогу озвучивать его. Это Михаил Андроник, который он мне всегда помог, поддерживал. Потому что я когда был маленький, я был очень маленький, худой и низкий ростом, и как бы тяжеловато было тогда мне. Но потихонечку начал прибавлять и в рост, и вес, и ну, больше я прибавил, я думаю, в голове. Потому что у нас для меня спасал всегда голос, спасал всегда. По жизни мне, как я сказал, что родители, они всегда меня поддерживают и всегда будут поддерживать однозначно. Даже когда плохо, я что-то хочу им про футбол сказать, они берут в общем и говорят, радуйся то, что есть, или иди дальше, ничего страшного, все получится. Как бы вот такие не вмешиваются. Так, последние 2-3 года папа что-то иногда начинает, он что-то там мне какие-то подсказки по-футбольному. Ну, я его понимаю, он хочет помочь, поэтому я, даже когда, может, он не прав, ну, я махаю головой и говорю, хорошо, папа, так и сделал. Лучший гол в карьере и самый красивый. Не знаю, у меня красивые голы, если честно, не бывает. У меня так, где-то там от штанги, где-то там вратарь ошибся, где-то там. Ну, сам, чтобы забил красивые голы, честно, не помню. Может, да, если брать последнюю игру с Милсами, может быть, красивый гол, самый красивый, может быть, в карьере. Важным, честно, тяжело мне вспомнить. Против Шарифа, когда я был в академии, выиграл 1-0. Для меня это был первый гол против такой важной команды, что у меня было тогда 17-18. Я забил, и мы выиграли 1-0. Для нас, для академии тогда была это сенсация. Может быть, это самый важный гол в карьере. А так, для меня, скажу откровенно, что любой гол очень важен. Потому что мне дает уверенность, и могу еще больше сконцентрироваться на то, что на поле творится или за поле. И для меня гол – это… Может, я не чистый нападающий, я большинство игр играю полузащитником, и моя позиция любимая – это полузащитник, но я стараюсь всегда быть там в завершении части. И забивать их как можно чаще. Не всегда получается, но я стараюсь за сезон 7-8 голов забивать за любой клуб, который. И по крайней мере получается это всегда. Для меня все как бы родные, мы проводим каждый день тренировки, шутим. Ну, лучший друг, я могу сказать, что
Мурешан, потому что когда мы приехали вместе в Шериф и так на одном языке разговариваем, не могу сказать, что с Пащенкой я очень плохо. Тоже очень хорошо с ним дружусь, даже не знаю, мы иногда после игр обсуждаем, что там творилось на игре, очень честно, даже когда я ошибаюсь, он ошибается, мы разговариваем, спрашиваем друг друга. Есть, не могу сказать, что только вот эти двое, или вот есть вот они, которые недавно переходил в наш клуб, но мы знакомы очень давно, мы друзья с юных лет. Антонюка тоже знаю очень давно, мы в молодежной сборной играли, и тоже не могу сказать. Ну, как я сказал, что с Мурешаном мы приехали вместе и начали вместе работать в Шерифе. И где-то у нас там какая-то скрытая дружба осталась. Нет, у меня любимая мама. Что касаемо игрока, честно, я не фанат кого-то, сказать, что ой, я не могу, когда вижу, или его игра меня впечатляет. Я смотрю футбол очень часто, меня очень много футболистов нравится. Могу пару игроков, там, когда был мало, мне Балака слишком много нравился, Майкл Балак. Потом Шнайдер мне очень сильно нравится, даже сейчас, как он играет. Креативные футболисты мне нравятся. Креативные, которые отдаются на максимум на поле, работают, скажем так, и которые не жалеют себя. Потому что каким-то образом я вижу себя в них. Хороший вопрос, спасибо, Нису. Честно, не знаю, вот поставил меня в тупик. Понемножку все скиллы прокачивал, чуть-чуть. Не знаю, сильно какой. Сильно я не люблю. Я очень критически к себе отношусь. И если я скажу сейчас, что техника, он скажет, да нет, какой ты техничный. Или я скажу, что удар, откуда у меня удар. Или, не знаю, у меня, я стараюсь, если я бы выбрал, я думаю, что чуть-чуть понемножку там поставил и удар, и техника, и не знаю, и что там еще, там есть скиллы. Но что-то явно, что-то проявить. Не знаю. Если есть там желание, то я могу по желанию поставлю тем там максимум. Играли, когда был в Рубине, играли против Стяо Букурешт. Хорошая команда. А так, в принципе, ну, за сборную играл, да. В сборную, когда играл, тоже хорошие команды. Все хорошие. Ну, выиграть вот в официальные игры против какой-то хорошей команды на данный момент еще не успел. Я думаю, что в протяжении года, двух, я думаю, что я уверен, ну, я хочу выиграть у известных команд и играть за хорошую команду. И последний вопрос, если я так не ошибаюсь. Я начал играть в футбол во дворах. Где-то к 7-8 лет. Ну, так, первый, скажем, опыт был в Кишиневе, там Раздешор команда. Ну, это был там 3 месяца я там выступал, но это тренировался только потому, что я был очень маленький. Там ребята были намного старше, чем я. Я играл там 3 месяца, потом уехал в футбольный клуб Буйканы, и оттуда я начал уже, там уже играл, ну, 5-6 лет уже выступал за этот футбольную академию. Потом уже перешел в первый профессиональный клуб, это был Академия, футбольный клуб Академия Игоря Добровольского, так
тогда называлась, когда я перешел к ним. Это было, мне было тогда 16 лет, и не скрываю, там играл 5 лет с половиной, и, может быть, это самый прекрасный 5 лет футбольный в моей карьере до сих пор. Я говорю это не по результатам, не по финансовой части, по эмоциям, которые я прожил там. Там у нас был хороший коллектив. Все были одним возрастом, то есть там 4 лет старше, 3 меньше. То есть мы были одним возрастом там и жили моментом. Играли вместе, радовались вместе, после игры вместе всегда были. То есть я после академии, у меня, например, 3 кумовя сейчас. Мне звонят, Радо, хочешь крестить мою дочь? Я говорю, не знаю, я очень рад, что ты мне звонил, конечно, обязательно я буду. И уже вот третий ребенок я кресту, что мне приятно. Там остался все мои лучшие друзья с академии. И я хочу как-то, не знаю, может, в течение этого года собирать всех моих знакомых, все те футболисты, которые были в академии, играть, там, и тренера вызвать всех, чтобы делать товарищескую игру, потому что вспомнить те моменты, которые были незабываемые. В каком клубе я бы хотел играть? Честно, я ставлю себе целью каждый день перед собой расти, и я уже не мечтаю. Сказать честно, это плохо, но в то же время и хорошо, потому что когда мечтаешь, когда в облаках, ты не живешь сегодняшним днем, ты думаешь только, что будет завтра, что будет через неделю, через месяц. Таким я был, может быть, много лет, но возраст не остановил, возраст мне подсказывал, что надо жить этим днем. И думать этим днем, что надо делать каждый день в футболе и за футболом. Потому что футболист не только должен тренироваться час. Футболист профессиональный должен после тренировки восстанавливаться, кушать правильно и спать. И время, которое он может на второй день быть в хорошем тонусе. И я стараюсь каждый день вот заниматься этим делом. И где буду играть, не знаю, это уже Бог порешит, где мне дальше будет выступать. Я хочу еще доказывать в Шерифе много, потому что есть еще много чего доказывать и есть еще много чего добиться. А что будет дальше, это уже будет видно. Смог я на 100% выкладывать, смог я делать то, что я все цели, которые я поставил перед собой, выполнять. Уже будет видно. Ну, я хочу расти медленно, но уверенно.